Рождество Христово – один из главных православных праздников. Он знаменует собой приход в мир Иисуса Христа, который появился на свет в яслях для кормления скота. Согласно библейскому преданию, о великом событии людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Этот знак увидели волхвы и поспешили поздравить Деву Марию с рождением сына и поклониться ему. В этот момент Господь принимает на себя облик человека со всеми его немощами, со всеми слабостями. Когда мы кого-то любим очень сильно, мы готовы сделать для этого человека все. И вот Господь делает все для того, чтобы человека снова вернуть в Царство Небесное. И вот начинается его жизненный земной путь. Бог становится человеком, рождается Бог. Этому светлому празднику предшествует еще одна важная дата – сочельник. Он попадает на завершающий день рождественского поста, который является важным этапом подготовки к торжеству, ведь встретить его нужно с чистой душой. Неизменный спутник праздника – рождественская ель. Хвойными деревьями и ветками повсеместно украшают храмы. К слову, сами ели долгое время не наряжали, и только к середине 18 века на них стали вешать орехи, сладости, а потом и игрушки из стекла. А еще символ праздника – это вертеп, где родился Спаситель. Его также устанавливают у входа в церковь или в самих храмах. Конечно же, есть традиция славить Христа. Ребята и молодые, и взрослые люди ходят по домам и славят рожденного Христа. Это так называемые коляды. Период от Рождества до Крещения православной традиции называется святками. В эти дни принято совершать добрые дела, навещать близких и дарить свое внимание тем, кто нуждается в заботе и тепле. Людмила Любинцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.